Очередное пополнение на туристической карте для пассажиров Одесского аэропорта. Ирландская авиакомпания Ryanair возобновляет полеты в Испанию, Италию и Польшу. Прямым рейсом из Одессы можно будет посетить Барселону, Болонью и Катовице. Полеты будут проходить дважды в неделю, по вторникам и субботам. Напомню, что эта же авиакомпания с 27 марта запускает 3 новых рейса в Лондон, Брюссель и Венецию.